В республике же продолжается обсуждение перехода казахского алфавита на латиницу. Реформу поддерживают представители общественности. Наша главная задача – казахский язык перевести на латиницу безболезненно, чтобы это было понятно каждому. Главное, мы не должны потерять звучание казахских слов, их смысл и историю. В целом, латинским алфавитом пользуется весь мир, и если мы переведем казахский язык на латинскую графику, то о богатстве нашего языка, культуре и истории узнают еще больше людей в мире.